Для того, чтобы быстро сгенерировать корпоративные e-mail, нам необходимо использовать следующую функцию. Пишем Google Translate, указываем значение, которое мы будем переводить. Далее указываем язык, с которого мы хотим перевести. После чего указываем язык, на который мы будем переводить. И получаем результат. Далее растягиваем этот результат. И теперь нам необходимо дописать функцию «подставить». То есть мы будем подставлять за место пробела значение пустоты и сцепляем его со значением нашего корпоративного e-mail. То есть собака mail123, допустим, .ru. Нажимаем Enter и получаем результат. Если вам нужны отличные курсы по Excel, залетайте по ссылке в комментарии, и у вас все будет.